Дом летающих кинжалов. Еще одно сумасшедшее по красоте произведение кинематографа. И посмотрим, как китайский эпос отражен в фигурном катании. Китаянка Юрен Вань.
тоже удачно откаталась. Она еще довольно-таки молодая, ей 16 лет. В сравнению с Ян Лю, которая еще в 2002 году здесь уже выступала. Она, конечно, совсем дитё, хотя разница в возрасте, может быть, не так велика. Есть большая разница в опыте. Ну и в то же время у нее какое-то очень раскованное катание и даже более, сказать, современное, не знаю, может быть, какое-то более молодежное, что ли, чем у Юрень Вань, чем у Ян Лю. Оно и не проще, и не сложнее, просто по ее подаче материала, что ли, немножко другое. Видите, как искренне радуется тому, что большинство элементов она выдержала и не упала. В короткой программе у нее было 44 балла. Это пока практически ее максимум. Ну и что с произвольной? 50.15. Вот, пожалуйста. 50.15 это один в один, как у Ян Лю. 35.04 немножечко меньше. И ее результат 85 баллов. Это ее новый персональный рекорд. Причем она поднялась над своим предыдущим.